Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду готовить очень вкусную рыбу в томатном соусе. Рыбу я взяла минтай, но вы можете взять любую белую рыбу с маленьким количеством костей, хек, треску. Ну, минтай тоже неплохая рыбка, хотя она в советские времена считалась кошачьей. Я ее люблю. Покупала я 600-граммовую упаковку. После размораживания у меня осталось чуть больше 400 грамм. То есть практически 1/3 у меня ушла на воду. Для томатного соуса нам понадобится морковь, грамм 200, примерно 150 грамм лука. Петрушка у меня замороженная, вы можете взять свежую или другую зелень. Томатная паста. Для панирования немножко муки, 2-3 столовые ложки. Буду я ее запекать в духовке, но вы можете сделать в кастрюльке на огне, либо в мультиварке. Минтай я покупала уже разделанный на филе. Я его еще разрезала на удобные кусочки. И сейчас я его запанирую и обжарю на растительном масле до зарумянивания. Теперь я нарежу лук. Нарежу я его полукольцами, не слишком мелко. И морковь я нарежу кружочками. Толстую морковку я разрезала напополам, а то кружочки получаются слишком большие. И нарезанные овощи я также обжарю на растительном масле до такой почти полной готовности. Ну и теперь я эту форму с рыбкой под соусом поставлю в духовку. Примерно на 200 градусов на 20-30 минут. Подаю я такую рыбку с картофельным пюре. Приятного аппетита!